Из магазинов Прикамья изымут продукцию из Республики Башкортостан из-за угрозы птичьего гриппа. На птицефабрике «Башкирская» произошел массовый падеж кур несушек. Известно, что часть продукции с этой птицефабрики завезли в 270 магазинов Пермского края в объеме больше 346 тысяч штук. 4,5 тысячи яиц уже изъяли из торговых точек. Минздрав Прикамья начал выдавать сертификаты молодоженам на проверку репродуктивного здоровья. С помощью сертификата супружеская пара получает приоритет при обследовании и консультировании. Специалисты обследуют молодоженов и помогают при планировании желанной беременности. Пока что новая инициатива действует только на территории Перми. Однако, если она станет успешной, в следующем году ее введут по всему Пермскому краю. В Прикамье медработники и учителя с начала года начали получать бесплатно участки. Этой мерой поддержки уже воспользовались 11 специалистов из Березняковского, Нытвинского, Качевского, Черденского, Юрлинского, Юсвинского городских и муниципальных округов. Воспользоваться данной мерой поддержки могут специалисты, которые проживают и трудятся в населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тысяч человек. Еще одно условие – в собственности у получателя льготы не должно быть других земельных участков.